Всем добрый вечер. Я Александр Семочкин. Оставайтесь вместе с нами, и мы расскажем вам, чем и как жил город всю прошедшую неделю. К пятнице мы подготовили для вас все самое лучшее. В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «Терра» организовала беспрецедентную акцию. Первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «Терры». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «Терра» долго и плодотворно сотрудничает. Деньги пойдут на приобретение дорогостоящих лекарств для 14-летнего Данилы Козуба. У ребенка сложное заболевание – туберозный склероз с поражением головного мозга, печени и сердца. В областной больнице имени Середавина Данилу назначено лечение с применением иностранного препарата, одна пачка которого стоит 7 тысяч рублей. В год требуется 250 тысяч. У родителей мальчика нет таких денег. На помощь пришла «Терра». Подробности благотворительного аукциона смотрите в нашем специальном репортаже. Поздравить телерадиокомпанию «Терра» с 20-летним юбилеем пришли самые близкие друзья и партнеры. 98-й год был очень непростым, но ярким. Я рад, что именно в этот период собрались талантливые люди и приняли решение создать такую талантливую компанию, которая успешно, интересно, ярко, иногда некоторые считают даже слишком ярко, представляет всю информационную палитру нашего региона. Умеет найти подход к телезрителям, имеет свой стиль, имеет свой ракурс, имеет своих поклонников. И все, что делается талантливо, всегда имеет тех, кто это поддерживает, разделяет. Я вас поздравляю, хочу вам всем пожелать новых творческих планов, их, как всегда, блистательной реализации. Нам всегда везло. Нам везло на время, нам везло на ситуации, на проекты, на идеи, на начальство, на акционеров наших любимых. Вот здесь сейчас сидят люди, которые создавали «Терру» 20 лет назад. Это уже, знаете, это просто как семья. Мы очень любим наших партнеров, очень ценим их. И я очень хочу пожелать вам, чтобы сегодняшний вечер мы провели именно так, в атмосфере роскошного общения. Пожалуйста, будьте здоровы и счастливы. Спасибо. «Терра» всегда остро чувствует тренды, а нередко и сама их создает. 20-летие мы отметили не банальным торжеством, а благотворительным аукционом. На нем были представлены 20 необычных лотов – фоторабота известных самарских инстаблогеров. Средства, вырученные от продажи, пойдут на приобретение дорогостоящих препаратов для 14-летнего Данилы Козуба. У мальчика сложное заболевание – туберозный склероз с поражением головного мозга, печени и сердца. На жизненно необходимые лекарства нужно было набрать 252 тысячи рублей. Стартовая цена каждой фотографии 500 рублей. За некоторые лоты развернулась нешуточная борьба, а их цена вырастала в десятки раз. В результате большая часть суммы, необходимой на лечение 14-летнего Данилы Козуба, была собрана в кратчайшие сроки. Любая благотворительность, особенно сделанный взнос от души, и который идет на пользу, на благо детей, взрослых, инвалидов, неважно кого, это всегда очень важный момент. Все вырученные в ходе аукциона деньги в тот же вечер были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «Терра» сотрудничает уже 6 лет. За это время мы помогли собрать десятки миллионов рублей и помочь сотням детей. Это так редко бывает, когда мы можем вас поблагодарить. Мы все время вам, нам помогаете. И спасибо вот за тот аукцион, который вы устроили. Пожелаю, конечно, дальнейшего развития. Я надеюсь, что этот путь будет с каждым годом длиннее, длиннее, длиннее и интереснее. Я очень благодарен телерадиокомпании, что работая в системе образования, постоянно, наверное, в какой-то системе, являлся таким внештатным экспертом по проблематике, связанной не только с вопросами глобальными, там, финансирования, там, строительства, но и телекомпания занималась более глубокими вопросами, связанными с межличными отношениями.
Терра принимает активное участие и в работе общественных организаций. В честь юбилея генеральный директор Терры Наталья Камбарова получила нагрудный знак от Союза машиностроителей России за труд на благо Отечества. Посмотрите, какая история у телекомпании. В каких событиях журналисты принимали участие. Как менялось лицо телекомпании. Рад, что вам 20. И я с большой надеждой, что еще через 20 нас пригласишь на это мероприятие. Я думаю, для этого все есть. Есть энергия, задор у руководителя. Есть очень хороший творческий коллектив. Так что за вас, дорогие, успехов вам, и все у вас будет хорошо. Завершился праздничный вечер выступлением интернационального коллектива The Black Blues Orchestra. Добавим, что в эту среду Владимир Аветисян и The Black Blues Orchestra во второй раз приняли участие в так называемом «чарити-баттле» для бизнесменов-музыкантов. Все собранные в ходе концерта средства традиционно направили на благотворительность. В прошлом году The Black Blues Orchestra стали победителем престижной музыкальной битвы. В благотворительном аукционе активное участие приняли партнеры Терры. Торговый дом Energy, производитель воды Synergy и меховой салон Marconi. Центр имплантации и клинического мастерства клиника доктора Беленького. Наша компания, клиника доктора Беленького, поздравляет вашу компанию Терра с 20-летием. ТРК. Это не топливно-раздаточная колонка. Это не торгово-развлекательный комплекс. Это телерадиокомпания. Это крупнейший региональный медиахолдинг. Желаем вам здоровья, творческого долголетия. Оставайтесь всегда позитивными и радуйте нас ослепительно беленькими улыбками, а мы вам в этом поможем. Бутик итальянской детской одежды «Пикколо». Когда мы открывались, да, телекомпания «Терра» очень нам помогла, дала много идей, опять же, в той же рекламе. Но, на самом деле, поверили в нас, да. Наверное, даже так сказать. Наши дети, благодаря телеканалу, получают новый опыт. Они у нас там читают стихи, они выступают, да, для них это так ценно. Официальный дилер «Лада», автоцентр на Заводском. Мы здесь презентуем автомобиль «Лада X-Ray Cross». Это новый автомобиль, который способствует новому развитию бренда «Лада». Новый слоган «Лада – новый горизонт». И это первый автомобиль из этой линейки. Он совершенно другой. На этом все. Хотите знать больше, чаще заходите на наш сайт trktera.ru. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте в социальных группах Терры. Пишите. До встречи через неделю.